Все подготовительные работы уже завершены. Сейчас дорожно-строительные фирмы укладывают асфальт. На некоторых участках дороги он уже появился, и рабочие устанавливают бордюрные камни. В настоящее время на своем участке со стороны города Екатеринбурга 44-го пикета по проектной документации Свердловск-Автодор, включая сегодняшний день, завершит устройство верхнего слоя за исключением 400 метров. До 15 числа с 44 по 22 пикет на протяжении 2 километра 200 метров Свердловск-Автодор, Невьянская ДРСУ, работы по устройству верхнего слоя покрытия закончат. Останется завершить мелкие работы, укрепить края откосов и кюветов, залить фундамент под опоры освещения и шумозащитные экраны и поставить остановочные комплексы. Работы на этом участке, где проходит водопропускная труба, продлятся практически до конца октября. Здесь земное полотно из-за речки будет поднято на 1 метр. Поэтому я хотел бы обратиться, пользуясь случаем, к жителям города Нижний Тагил и принести извинения за удобства, которые возникнут в течение недели как минимум. Движение будет перекрыто полностью. То есть мы должны досыпать земполотно до проектных отметок и выполнить дорожную одежду. Здесь уже с проездом по полосам не получится, а будет полное закрытие. Серьезных проблем с поставками стройматериалов, говорят дорожники, нет. Реконструкция дороги идет с опережением намеченного графика. Открыть для общественного транспорта ее планируют в первых числах ноября. Анна Кизилова, Вадим Усков, Михаил Голосов. Новости Тагил ТВ.